Студиум Кантаджони. Это же бесценная находка. Если бы я только успел их спасти. Я ведь пытался. Вот только выжившие. Живыми их назвать сложно. Я почти рад, что ребята из Омеги не дожили. Наконец-то. И чего тебя понесло во дворец? А, неважно. Есть идея. Ходят слухи, что во дворце разбит военный лагерь. Главный там полковник Уэверли. Помни его по бурю в пустыне. Скажи, что ты от живого. Он о тебе позаботится. С оружием поможет. ТС-4 может подкинуть.
Ворон и Ди обращаются к выжившим. Сигнал к эвакуации – удар колокола. Повторяю, зеленый свет по колокольному звону. Сондра, мать ее, Келли. Я думал, она умерла. Не ведись. Вороны и поход в бордель не спланируют. Эвакуация, сейчас. Грохнут тебя и обчистят твой мор. Ищи полковника. У него должен быть пропуск в мобильный арсенал. Черт. Говорю же, нынешняя армия в подметке не годится той, где я служил. Ну, раз ты там, захвати пару пушек. В Кувейте он не раз прикрывал мне спину. Достойный человек.
Ты внутри. Класс. Теперь хватай все, что унесешь, и тащи в убежище. Прости, что ворвалась на твою волну. Ворон и Ди хотят эвакуировать Тауэр. Нам нужны все бойцы, каких мы можем достать. Помоги нам, и мы тебя вытащим. Добрые Си-4. В бою бесполезно, но чтоб взорвать препятствие, цены нет. Намотай на ус, салага. Перед выстрелом надо целиться.